Не чувствую, что практики как-то со мной работают. Что сделать, чтобы оторваться с мертвой точки? Очень нравится школа Кайлас. Когда человек занимается эзотерикой, он должен знать, что он расходует психическую энергию. Если ничего не происходит, то ее нет. А что же делать, чтобы она появилась? Как бы это ни звучало странно, человек должен испытывать радость. Научиться этому необходимо. И необходимо это каждый день произносить себе, потому что сначала мы верим в то, что мы ее испытываем, потом мы себе внушаем, что испытываем, а потом начинаем ее испытывать. То есть говорите себе, я испытываю радость от того, что я проснулась, я испытываю радость от того, что я поела, я испытываю радость от того, что я там расчесалась, мне нравится... То, с кем я живу, мне нравится там вот это, мне нравится это, мне нравится это. Каждый день говорите, мне нравится тысячу раз, через один месяц все, что вы наработали, будет работать. Таким образом, человек приходит к тому, что называется сила мага или магическая сила. И эти практики, и обряды с вами начнут работать. Если вы постоянно угрюмы, если у вас падает настроение, если вы все время находите в себе состояние беспокойства, озабоченности какой-то, то вырваться и тем более практики заставить работать, ну, не будет никакой возможности. Давайте вспомним первую ступень. Я там говорил о том, что эзотерика работает на психической энергии. А психическая энергия ⁇ это некая энергия, которая накапливается в тот момент, когда человек испытывает от чего-то удовольствие или радость. Вот так. Только радость и удовольствие. И другой вариант ⁇ много спит.